Вторая массовая стрельба за неделю произошла в Сербии. На этот раз в деревне Дубона. Во дворе местной школы мужчина поссорился с несколькими людьми, после чего пошел домой, вернулся с автоматом и устроил стрельбу. 8 человек погибли, 13 ранены, среди них есть дети. Полиция перекрыла ближайшие перекрестки. Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил ЧП как теракт. Без комментариев. Это печально. Молодой полицейский, ровесник моей дочери, 1998 года рождения. Вы его знаете, Милан Паник. Он был убит, и его сестра Дака тоже подруга Йованы. Я не знаю, что сказать. Я в шоке. Моя дочь принимает успокоительный. Мы всю ночь не смогли спать. Они росли вместе, от детского сада до начальной и средней школы. Страшное зло. Это ужасно для нашего государства. Это огромное поражение, к сожалению. За 2 дня погибло так много детей. Это нехорошо. Напомню, это уже вторая массовая стрельба за неделю. 3 мая семиклассник в Белграде расстрелял 10 человек. Погибли 9 детей и 1 охранник. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур. Президент страны Александр Вучич на этом фоне предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет.